Робота у прямому ефірі триває. Продовжуємо говорити про підвищення тарифів на тепло в Одесі. Депутат Одеської міської ради Олександр Орлов у нас у студії. Олександр, вітаємо вас. Доброго вечора. Зрівнюємо ці цифри. 23,5% – це підняття ціни на газ для всіх українців. І чуємо ми, що представники ТГО говорять про те, що тепло буде для одеситів коштувати 72%. Яким чином з'явилася ця різниця майже втричі? І чи це остаточно, чи це обґрунтовано? Ну, понимаете, это ж геометрическая прогрессия, цена на газ на 23%, а потом услуги по подаче тепла и... Автоматично стоит да, дороже. Это, нет, ну так, оно ж так не бывает. На 23% и так это много поднятия, будем на 23,5% поднятия цены на газ. А к марту месяца ожидается, в конце марта, скорее всего, что будет поднято до 60%. Поэтому мы говорим, и скорее всего, что НКРЕ и Нафтогаз об этом знают. Ну, что греха таить. Международный валютный фонд настаивал на большем поднятии. Уговорили, чтобы совсем, так сказать, правящие президенты и там, партии, которые заседают в парламенте, совсем уже их не вынесли. Договорились на такое, на 23,5%. Поэтому эта цена, вот то, чтобы поднять на газ, и уже ТГО выставляет, это с учетом мартовских повышений цен на газ, скорее всего. Теперь, что касается, в бюджете Украины не только цена на газ увеличена, но увеличена средняя, под, опять же, чтобы подогнать под требования МВФ по росту доходов, ну, чтобы доходы превышали расходы или хотя бы их сравнялись. Мы планируем, ну не мы, а кабинет министров планирует поднятие средней заработной платы на 4200. Так. Значит, отсюда средняя заработная плата работников ТГО тоже тянет за собой вот это поднятие цен. Теперь, что касается общей цены, это 52 гривны 93 копейки. Значит, я хочу сказать, что это максимальный тариф, это если минусовая температура, по полной будет, так говорить, подача тепла. Но, и, как всегда, нам везет, Украина и особенно Одесса, теплый город, фактическая цена по расчетам того же теплоснабжения составит 38-40 за квадратный метр гривен. Это тоже много. Это тоже много. Я даже подозреваю, что у нас городская власть, когда это понимает, значит, и когда мы все сейчас испугали 52 гривнами, вот мы сейчас ведем об этом все разговоры, но я ни у одного, это я внимательно слушал предыдущего оратора, предыдущего, все говорят о 52 гривнах, причем само ТГО, но счета придут на меньше. И знаете, есть такой эффект, когда человеку говорят, мы тебе отрубим две руки, две ноги, значит, вырвем язык, выколем глаза. Значит, он там в ужасе говорит, ну, очень плохо. Потім йому говорить, слушай, ми тобі один глаз оставимо. І він радується. Понимаєте? Ну, тобто це буде підвищення не на 72%, да, а скажімо будет, на 50%, да, або там будет на 40%. Меньше. Но это и так много. Где-то вот по таким грубым, еще раз говорю, прикидкам, вот в департаменте социальной защиты, и вот я по роду своей деятельности депутатской, значит, связан с начислениями вот этой помощи, нам порядка возрастания людей, которые ну, нуждаются будут в получении, это где-то до 30%. До 30% это, скорее всего, сумма где-то 150-200 миллионов гривен на год. Понимаете, да? То есть это значительная еще раз сумма к бюджету, к расходам. Сейчас Департамент соцзащиты занимается расчетами. Вот попросили тоже, я как депутат, выступая перед ними, мы просили, потому что одно поднятие тарифов тянет за собой, опять же, компенсацию и льготы для других людей. И это в том еще смысле, что Кабмин не доплачивает по субсидиям. То есть у нас постоянно Кабмин в долгах по этому вопросу. Теперь, что касается уже непосредственно, ну мы уже не говорим, вы знаете, вот сейчас ушли разговоры такие о качестве, да, подаваемого тепла, да? Ну, ці обговорення були завжди, просто саме зараз вже да. Серйозніше підійти до Конечно. Цього. Ми говоримо о том,
что фактически и так ТГО, мы тратим очень большие деньги на ремонтную кампанию, хотя, опять же, ремонтировать трубы надо, вот сегодня на совещании там, в ТГО мы обсуждали этот вопрос, но не утепляя дома, не проводя реконструкцию теплоснабжения уже в виде котельных и так далее, мы берем только какой-то один небольшой выцепляем фактор и больше ничего не делаем. А где-то 40% потерь тепла идет через дома. Теперь, ну и такой момент, знаете, никто не хотел заниматься этим теплоснабжением. Почему вот цена на газ увеличилась, все думали, что как бы пронесет, но 3 года тому назад начала работать группа, в которую я вхожу по разработке программы энергосбережения, энергоэффективности. Там, где заложены деньги на схему, на аудит, вот тот, что Максимович говорил, на аудит самого теплоснабжения день и так далее. Вот только сейчас похватились, вроде бы будут эту программу выносить, и уже принято решение, что теплоснабжение проведет за свои средства аудит своей деятельности. Это спустя 3 года после всех обращений, там, добиваний и так далее. Ну, хоть так. Ну, ситуация, конечно, тяжелая. Одесситы попадают, не только одесситы, вся страна попадает очень сильно. Это не только одесское теплоснабжение. Ну, а скажіть, реагувати одесити якось можуть ефективно? Ми вже говорили сьогодні про страйки, сейчас мітинги, вот, там, громадські слухання, скажу, активна, да, позиція. Ну, естественно, ну, я не призываю, ви знаєте, я сейчас, не дай Бог, призову к чему, так, страйкам, там, мене завтра потянут в СБУ і куда-то еще, що я там призываю к масовым, поэтому... Это не я сказал, это вы предложили. Так. Значит, к чему призываю я? Разом до службы безопасности. К чему призываю я? На прошлой сессии ваш покорный слуга, вот женщина, я слушал Сосауленко, она сказала, что это самопомощь и Украинская морская партия, это выдвинули мы, члены УПО-блока. Но наши коллеги, даже извините за политическую рекламу, наши коллеги с Украинской морской партии и с самопомощи поддержали нас. И о включении в проект решения сессии там, к обмину, значит, уменьшение тарифов и так далее. Так вот, самое интересное, что из 64 депутатов Одесского городского совета за это проголосовало, за включение это в повестку дня, 22 депутата. Остальные посчитали, что это не надо. А четверо, я еще не знаю, кто, честно говоря, это я узнаю где-то через там, есть определенная процедура, когда мы узнаем, четверо проголосовали против. То есть всего 22 из 64 хотят, чтобы одесситы платили хотя бы по старым тарифам. Остальная масса желает, чтобы они платили по завышенному тарифу. Вот и все. Я так понимаю, что... Эта фракция в основном доверяет делам, ну, которая, в принципе, инициировала поднятие, значит, этих тарифов. И на исполкоме их утвердят. И я думаю, что НКРЕ согласится с этим, потому что в истории Украины НКРЕ никогда не понижало тарифы, только увеличивало. Добре, питання таке. Якщо, ну, насправді не буде у одесита якогось конкретного, а потім в цілому, не буде можливості розрахуватись за ці платіжки. І він перестане оплачувати. І все. Будуть долги рости в ТГО, і в кінці року ми будемо погашати Одеським городським советом за газ. Ну, це ж справедливо. Ні. Но законом нам запрещено в судебному порядку требувати долгові обов'язки. Кстати, а от монополістам, которая поставляет электроэнергию, газ и так далее, разрешено законом ЖКХ, значит, взыскание долгов с местного самоуправления. Ну, например, Infox водоканал. Да, вот, да. Так. Понимаете, ну, Infox водоканал как Infox водоканал, а вот, значит, за Нафтогаз, так. Вот мы не можем, значит, в судебном порядке, вот нам пеню насчитывают, так. Допустим, мы не можем как-то с Нафтогазом ее вырвать. Она насчитывается в явочном порядке. То есть облэнерго, Нафтогаз просто выставляет пеню и все. И мы на это никак не можем повлиять. Только какими-то переговорами, и то, которые не влияют как бы ни на что.
Поэтому городской совет немножко поставлен в такое неудобное положение. То есть долги будут накапливаться, и в конце года для того, чтобы получить номинацию на следующий год, мы опять будем в ТГО, ну, грубо говоря, в ТГО выбрасывать деньги на запуск тепла. Это будет геометрическая прогрессия, пока мы вот не... Ну, я, кстати, сегодня на совещании, ну, будем готовить и обращение. У нас же есть ряд депутатов Верховной Рады, которые там заседают в Верховной Раде, чтобы они подняли этот вопрос изменения в законодательстве. Хотя я думаю, что монополисты будут сильно против. То есть поставщики энергоресурсов. Зрозуміли вашу думку стосовно цього питання. Ще залишається кілька хвилин. Давайте обговоримо будування злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту. Давайте подивимось на великий відеоматеріал і прокоментуємо цю тему. Будь ласка. В Одесі не встигають вчасно здати злітно-посадкову смугу. Так, на сьогоднішній день вже вкладено 800 метрів верхнього шару бетонного покриття з необхідних 2800. Вкладання основного шару так званого важкого бетону почалося в кінці серпня з південного боку майбутньої полоси. У Києві впевнені, що вже в 2019 році всі роботи будуть завершені, хоча в Міністерстві інфраструктури не раз заявляли про те, що роботи завершать цього року. У травні цього року я інспектував хід будівництва ЗПС. В 2019 році оновлений аеропорт, я надіюсь, дозволить перетворити Одесу на південний хаб. Уже третій рік поспіль динаміка зростання авіаперевезень майже на 30% в рік вимагає модернізації аеропортів, і ми над цим працюємо. Про продовження реконструкції злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту заявив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання народного депутата України Олексія Гончаренка під час години запитань до уряду 9 листопада. Нардеп Гончаренко підкреслив, що вперше за роки незалежності злітну смугу реконструюють. Голова уряду додав, наразі все під контролем. Фінансування передбачили в розмірі 1 мільярда гривень. На жаль, на наступний рік в проєкті бюджету 2019 я не бачу видатків і статті видатків щодо злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту. Володимир Борисович, прохання до вас все ж таки обов'язково довести цей надзвичайно важливий проект інфраструктурний для всієї України, особливо для півдня України, до кінця, передбачити необхідне фінансування і взяти це під ваш особистий контроль. Так, ми почали допомагати, ми дали десь приблизно 1 мільярд гривень на будівництво цього об'єкту, і він не потребує внесення змін до бюджету, тому що є конкретне джерело виконання цих завдань. Будемо дивитися в рамках своїх можливостей, будемо далі допомагати його будувати. Загальна динаміка будівництва дозволяє зробити висновок про те, що якщо дозволить погода, то за листопад автомагістраль «Південь» покладе чергові 400 метрів. Але ні про яке закінчення робіт в цьому році не може бути й мови. На сьогоднішній день завершені земляні роботи біля північної частини злітної смуги, а також вкладання всіх підготовчих шарів – піску, гравію та інших матеріалів. За словами технологів, загальна товщина покриття злітно-посадкової смуги становитиме 110 сантиметрів, з них фінішний шар важкого бетону близько 40 сантиметрів, що забезпечить міцність покриття. Ну що, ваші прогнози, коли побачить Одеса та вся Україна і весь світ в Одеському аеропорту? Ми зараз, ми ж з вами спілкувалися, зачем це треба взагалі? Кто летает, честно говоря? У нас, я как-то встречал одного человека, прилетел за границу и на новый терминал. Они там выходили из самолета час, даже час 20, получали багаж. Какая новая смуга и так далее. Это вот я помню, была покойная Кобылянская, значит, директор аэропорта. При ней, когда она руководила этим коммунальным предприятием, при всех ее недостатках, там была реконструкция. Ну, помните, когда садился самолет, и была реконструкция. Ее сделали за 3 месяца. Вот за 3 месяца там залатали какие-то дыры, не останавливая поток самолетов. Сейчас эту ВПП делают 4 года уже. 4 года. И никак не могут сдвинуться. Ну, ще ми розуміємо, так року півтора треба, щоб це процес був завершений. Якщо прем'єр-міністр говорить, що півтора, значить всі 3. Це раз. Во-вторых, тут ще один момент. От ці красиві слова, там, хаб ми зробимо, ще чого-то, гіперпули, як там Емельян розказує. Для того, щоб робити хаб,
Ведь аэропорт, в основном авиалинии, дают не пассажирские перевозки, а грузовые. Вот мы сюда, на Одессу, должны завести поток грузовой, который бы, для чего делается ВПП в основном, который бы и дальше через Одесский порт, ну, вот так вот завязывал бы грузы. У нас недозагружен Борисполь, центральный аэропорт страны. Если мы что сейчас, так сказать, в минус Борисполю начнем делать в Одессе? Так переводить? Это просто невыгодно. Конечно. Борисполю. И потом, аэропорты, они, это не просто сам один аэропорт. Я когда-то эту проблему изучал. Аэропорт не просто, к нему должна привязана быть определенная компания. Там, ну, типа там МАУ, Люфганза. Вот МАУ, да, конечно. И вот они тогда заинтересованы в создании хаба. Вот даже озвучивают и не понимают, о чем говорят. То есть сюда должен дислоцироваться какая-то авиационная компания, которая будет обеспечивать вот эти перевозки. Ее нет сейчас. Так кто сюда будет летать? Понимаете, да? Это все, что будет, это какие-то... из-за этого делать взлетную полосу... Почему ее не делают? Потому что экономически невыгодно. Ее сделаешь, усадиться никто не будет. Две взлетно-посадочные полосы на два рейса там в сутки или четыре, сколько у нас сейчас. Это я просто действительно, кто там время есть, приехал в аэропорт, посмотрел, сколько самолетов садится. Ну, 4-5 там в день. И иметь две полосы. Это что у нас, Мюнхен, что ли, или... Это экономически невыгодно, поэтому на это не выделяют денег. Но просто для того, чтобы не сказать, что подождите, мы не можем это сделать в силу там и экономической ситуации, и в силу того, что мы не можем обеспечить поток груза. Вот рассказывают про хаб, ну знаете, красивое слово, в Одессе будет хаб. А я так думаю, будет хапок какой-то в этом случае, понимаете? Дякуємо вам, Олександр Орлов, депутат Одеської міської ради. Новини, згодом повернемося, дочекайтесь.